Не надо мне показывать колющие режущие предметы. Я съем, но типа дай мне звук-то настроить. Давай. Все. Зачем ты это сюда принесла? Салфетки. Это не салфетные салфетки. Слушай, салфетки кончились, какая разница? Ага. Thank you. Митернахт. Мне еще сегодня 26 годиков, 8 из которых с тобой. Хорошо. Я типа хотел бы тебя поздравить, но я сейчас зол немного. Что? Ты стоишь тут и... А ты что приперся? Дай тебе хоть музыку включу, я не знаю. А, звука же нет, точно. Пошли, Эва, нас тут не любят, мы стараемся. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Но, может, ценой пары часов нам... Я не могу серьезно смотреть. Только пришел, что происходит. Они летели на самолете, внезапно потерпели крушение. Самолет развалился на несколько частей, и он улетел в одной части... Графоний в другой. Вот мы сейчас Иона нашли, потом пойдем искать Графоний. Не, сделано круто на самом деле. Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех... Грядет цунами, Вера. Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь что? Я поставлю сейчас обычно. Самая эпичная сцена из трейлеров, где хищник появляется такой из воды. Так, кто там говорил, что где-то здесь есть дом доктора Стрэнджа? Скажите, где он находится? В каком районе? Сейчас мы смотрим на Чайна-таун. Сейчас мы смотрим на финансовый квартал. Сейчас мы смотрим на Гринвич. Сейчас мы смотрим на Мидтаун. Сейчас мы смотрим на адскую кухню. Забудь, там, там. Улица Ленина, дом 10. В фантазиях. Чат опять кинул. Я аж губу раскатал. Почему я продолжаю на это вестись? Чат, я просто не теряю в тебя веру, понимаешь? О, боже, твою мать, что произошло только что? Как ни странно... Спасибо, что привел Кола обратно в безопасности. Молодец, хороший парень. Я знала, что ты сможешь справиться. Что он делает? Йоу, не на людях, камон. Лошадь. Что хотел сделать? Спокойно, он сейчас опять сделает вот эту вот. Давай. Я знал, что это произойдет. Сломал себе ногу, выкидывая гитару. Блять. Тихо. Подожди, как заткнуть радио? Оно же вообще не выключается теперь.
Боже, эти песни. Нет. А мне ведь нравилась эта песня. Да, она мне и сейчас нравится. Камон. Ух. А чего в этой игре можно умереть, кроме, блять, от этого вот? Я закинул его в магазин. Бывает. А у нас выбора нет, только туда идти, да? Я был мужественным. Не надо этого говорить. Не надо смеяться. Сука, это самый ретардский испуг был. Сегодня как-то не так это все идет. Попили мы... пописили. И мы попили. Природа. Там нам не рады. Да, я на ПК играю. Тут ты заметил, вот, ну, серьезно. Из RTX баги есть легкие. Что-то странное происходит. Лара стала какой-то недрочибельной, что ли. Вот, кстати, соглашусь. Не в том плане, что недрочибельной, а в том плане, что она какая-то... Она симпатичная в целом, но... Она какая-то асексуальная вообще. То есть ты ее не воспринимаешь как объект хотения, допустим. Она какая-то, блин, как резиновая баба. Типа, руки-ноги есть, а радости никакой. Я не знаю, ну вот... Ты хорошо сказал, на самом деле. Ну, быдловато, но мы все такие. Успокойся, женщина. Нет, ну почему? Она пролетела сквозь веревку. Так, слушай звук. Здесь ей всегда плохо почему-то. О. Мам! Мама! Чё в банках? Мам! Мам! 10 монет, заначка мамина. Смотри, как у них здесь уютно. Ага. Его жена убьет, камон. Так, мы подобрали не то. А я пожил, наверное, в этой сказочке. Боже, это взгляд. Эван. Эван, боже, вот у кого радость. О, боже мой. Эван, ты представляешь? Титры уже 15 минут идут. Давай кого-нибудь сожрем, Эван. Господи, Эван, ты сейчас распугаешь людей. Вот так выглядит радость, дамы и господа. А, ты чего живешь? Че, иди отсюда. Нет, ты не хочешь идти отсюда. Если что, он молчит. О, господи, ты мне сейчас челюсть выбьешь. Это я звуки сдаю. А где Тося? Тося спит на диване, вон там он где-то. Или нет?
Тося на компе спит вон там. Вон она сидит за монитором. Вон там. Где-то в метре.